Как вкусно. Как у бабушки в детстве. Сырники от MetroChef можно найти в очень удобной упаковке по 12 штук. Но и самое главное преимущество данного продукта – это не только скорость приготовления, но еще и отличный вкус. И следующий герой дня – это сгущенка и сгущенное молоко. Она продается как в больших тарах, что удобно для производства, бутылочки поменьше, что удобно использовать в ресторане. Ну и самое главное, продается еще и в стиках. Учитывая, как развиваются тренды паназиатской кухни, очень будет полезен для вьетнамского кофе и других напитков. А также можно применять в отелях. Также сгущенку риоба в стиках очень удобно использовать как топпинг блюдам. Наши стики риоба продаются в упаковке по 100 штук и хранятся до 180 дней. Интересный факт про вьетнамский кофе. Французы, когда привезли культуру кофе во Вьетнам, они поняли, что проблема с хранением молока. Нашли выход в сгущенном. Колбаски MetroChef, которые мы уже опробовали на гастрите. Краинская колбаска коптится натуральной буковой щепки, имеет пряный аромат благодаря специям и чесночку. А у улиточки имеет приятный вкус дымка, за которым ваши гости будут возвращаться снова и снова.